Шокирующая новость пришла сегодня из Германии. Минувшей ночью полиция баварского городка Валенфельс обнаружила в квартире, где жила семейная пара, тела семерых детей. Позднее там нашли еще одного мертвого младенца. По словам соседей, супруги развелись несколько месяцев назад. У них было трое общих детей, а у мужчины еще четверо от предыдущего брака. После разрыва женщина жила в доме как минимум до конца сентября. Сейчас она объявлена в розыск. Чем привлекло внимание стражи порядка обычное здание, не сообщается. Нет данных и о возрасте детей. Дату и обстоятельства их смерти должна установить экспертиза.